назначены в веках. Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках. От любой напасти заклиная, ей-то уж добра не занимать. Нет, не Богоматерь, а живая, гордая, возвышенная мать. Свет любви ей издревле завещен, так вот и стоит она в веках. Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках. Дорогие односельчане, мы начинаем нашу концертную программу, посвященную Дню Матери. Открывает наш праздник младшая танцевальная группа «Танцем Полечка». Грудью кормила, а я ему имя дала.
горою. И лозу поцелую, и спелые грозди сорву. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной жить? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами служу. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной жизни? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед ней. Наедине с любимыми стихами.